14 команд из всех детских садов сегодня соревнуются в разных дисциплинах. И хотя большую часть испытаний к олимпийским видам спорта не отнесешь, накал страстей и желание победить нешуточные. Городские дошкольные соревнования проходят в Ивантеевке третий раз. 2 года назад это были веселые старты. В прошлом году соревновались семьи. И вот сегодня посвящают спортивный праздник Олимпийским играм. Мне очень хочется обратиться к вам. В этом году вы пойдете в школу. У вас предстоит совершенно новая жизнь. Но сейчас, сегодня, вы оставили честь своих детских садов. Так постарайтесь, чтобы ваш сад был обязательно лучше. Постарайтесь не ударить грязь лицом. Я не сомневаюсь, что победят все. Родителям большое спасибо. Спасибо за понимание. Спасибо за то, что у нас ребята с вами занимаются спортом, за то, что вы отвлекаетесь на все городские инициативы. С праздником! С праздником спорта! Победа достается всем. Кому за активное участие, кому за дружную команду. А лавры победителей достались. 5-му детскому саду «Ромашка» – бронза, 19-му детскому саду «Солнышко» – серебро и 18-му детскому саду – золото.